Так они называют самые заметные сооружения Абаканской ТЭЦ. И грязильни, и грязирни. Некоторые горожане даже считают, что это котлы. На самом деле правильное название этих конструкций – грязирни. Служат они для охлаждения воды. Слово «градирня» пришло к нам из немецкого языка. И теперь в русском языке существует глагол «градировать», что значит «выпаривать». Удивительно, но слово «градирня» появилось гораздо раньше, чем сами инженерные сооружения. Даже у Александра Блока есть такие строчки. Все та же озерная гладь, все так же каплет соль градирен. Градирни Абаканской ТЭЦ имеют разный возраст. Вот этим первым 36 лет, а две новые появились всего 4 года назад. О том, зачем нужны градирни на станции, нам расскажет специалист Абаканской ТЭЦ. Если говорить простым языком, градирни предназначены для охлаждения отработанного пара. Основной показатель градирни 8-10 градусов. Летний период времени достигает до 12 градусов. Но проектная величина 8-10. А никакого пагубного влияния градирни окружающей среде не наносят. По сути, мы добавляем чистую воду для восполнения потерь этой системы. По существу своему мы просто производим чистые облака. Не на всех тепловых станциях есть градирни, но Абаканской ТЭЦ повезло. Ведь согласитесь, эти величественные башни смотрятся очень красиво. И может быть, кто-нибудь когда-нибудь сложит о них стихи.